Опа! Привет, дорогой друг! Дмитрий Никонов рядом с тобой. Школа «Оратор Мастер». Продолжаем прокачивать уверенность, убедительность и становимся крутыми ораторами, умеющими убеждать, говорить, влиять и так далее. Это упражнение будет довольно короткое, потому что здесь нужно реально будет прокричаться, проораться. Ну, кто на что способен, у кого какие меха, у кого какие легкие. Итак, упражнение называется «Ринг-анонсер». Вы Майкл Баффер, вы Брюс Баффер, да, Майкл Баффер. Это два сводных брата. Майкл Баффер – это из мира бокса, Брюс Баффер – это из мира смешанных единоборств. Итак, попробуйте сделать это так, как это делает мастер своего дела. Видео, ссылку на видео вы можете найти в PDF-файле к данному упражнению. Я стенографировал то, что он говорит. Он был приглашенным гостем к Майку Тайсону, и он решил сделать свой анонсмент для Майка как бы Тайсона, но никогда в реальной жизни этого не делал. В интернете вы можете посмотреть, как он представляет и Хабиба Нурмагомедова, и Конора Макгрегора, и Израиля Адесанью, и так далее, и так далее, и так далее. Он уже порядка там 20 лет занимается этим очень и очень профессионально. Но нам нужно попробовать сделать это в своем жанре, подражая ему, как мы это делали с Черданцевым и Геничем, с футбольными комментаторами. Но теперь мы представляем, предлагаем обстоятельства у нас, что мы находимся в ринге, и напротив нас стоит Майк Тайсон, и вот у нас есть записка, и нам нужно ее прочитать, проорать, прокричать. Ну что, давайте сначала в спокойном жанре, чтобы подготовиться. And у меня все на английском, можете перевести на русский язык и попробовать это сделать на русском языке. And now, this is truly the moment we've all been waiting for. It's time. Introducing, fighting out of Bronzeville, New York, USA, presenting the heavyweight, undisputed champion of the world, Iron Mike Tyson. A-O-U-E-E. Бык, тупогуб, тупогубенький бычок. Малань, ма. Находим свой грудной голос. And now, this is truly the moment we've all been waiting for. It's time. Introducing, fighting out of Bronzeville, New York, USA, presenting the heavyweight undisputed champion of the world, Iron Mike Tyson. Ну реально, сложно. Попробуйте, вытяните уже дыхалку, расслабьте свои связки. И на максимальной подаче. Смотрите, на максимальной подаче. Но если вы будете здесь торопиться, у вас не получится сделать это громко, красиво и убедительно. Вы не войдете в самочувствие ринг-анонсера, если вы будете говорить «And now, this is truly the moment we've...» Нет. Вся эта фраза, она построена так, чтобы ее протягивать на английские гласные. Там они, в принципе, такие же. «And now...» По-русски. И теперь, и сейчас. This is truly the moment we've all been waiting for. Видите, как for я протягиваю. Попробую я это сказать быстро. This is truly the moment we've all been waiting for. Не получится спеть, не получится пропеть. А Брюс Баффер поет тот текст, с которым он выступает. And now, this is truly the moment we've all been waiting for. It's time! Introducing, fighting out of Bronzeville, New York, USA, presenting the heavyweight undisputed champion of the world, Iron Mike Tyson. Тайсон! Попробуйте. С каждым разом вы будете понимать лучше этот текст, лучше, как его преподносить. Заметьте, как и Брюс Баффер, чем мощнее, чем энергетически
заряженнее этот текст, тем больше вам нужно включаться энергетически, руками, лицом. У него прям все вены, поджилки, у него все напрягается. Конечно, мы привыкли говорить «And now, this is truly the moment we've all been waiting for». Как будто бы мы признаемся кому-то в любви. Нет, это борьба. Мы представляем железного Майка Тайсона, чемпиона мира, неоспоримого, в супер тяжелой категории. И надо орать. «And now, this is the moment we have all been waiting for». It's time! Introducing Fighting Out of Bronzeville, New York, USA, presenting the heavyweight undisputed champion of the world, Iron Mike Tyson. Tyson, Tyson, Tyson! Помните наше упражнение на актерское мастерство, да, когда Iron Tyson, Mike Tyson, Tyson, да? Развитие эмоционального интеллекта. Когда мы радость, да, ура, ура, ура! Или когда ненавижу, ненавижу, ненавижу тебя! Скотина ты такая. Да, это своего рода уже актерские элементы. Но это все является составной частью риторики публичных выступлений. Потому что когда вы внутренне понимаете, что вы можете так же, как и Брюс Баффер, как и Майкл Баффер, есть российские известные ринг-анонсеры, если вы являетесь фанатом смешанных единоборств либо бокса, там всегда выходит анонсер и орет, и громко, и чем эмоциональнее, чем интереснее он преподносит соперников, тем интереснее наблюдать, следить за этим матчем. Очень похожая работа с комментаторами, поэтому это является неотъемлемой частью риторики и ораторского мастерства. Пробуйте, прокачивайте себя. Может быть, кто-то захочет после этого идти и работать в смешанные единоборства, в разные лиги, которые конкурируют друг с другом. С вами был Дмитрий Никонов, школа «Оратор Мастер». Я вас жду, уже не дождусь на следующем практическом упражнение. До встречи. Пока-пока.